Сегодня мы пригласили вас сюда для того, чтобы выразить слова благодарности и признательности за ваш многолетний труд. Теперь уже с войсками Национальной гвардии мы, конечно же, рады видеть вас в наших стенах. Поверьте, что каждое ваше выступление находит живой отклик в сердцах наших сотрудников, членов их семей. Я хочу сказать, всегда создается вот эта атмосфера благожелательности, тепла и добра, которые вы нам дарите, даете. И, конечно же, слова отдельной благодарности я бы хотел сказать представителям общественной организации, которые как раз дают возможность проведения таких творческих, замечательных творческих вечеров и, самое главное, за ту адресную материальную помощь, которую они оказывают семьям погибших сотрудников. И поэтому еще раз спасибо вам огромное за это. Мы всегда рады видеть вас в наших стенах, рады встрече с вами. И сейчас по традиции мы хотели приступить к награждению ведомственными наградами, ну, то, чем мы можем хотя бы отблагодарить вас за ваше замечательное выступление. И огромное вам спасибо за то, что вы нашли время в вашем плотном графике, придя сюда. Спасибо вам большое. Я еще раз хочу сказать, что мы действительно рады видеть вас. Всегда рады встрече с вами, рады встречать вас здесь, в наших стенах. И не только здесь. И, конечно, я хочу пожелать вам всем здоровья, счастья, удачи, чтобы все у вас в жизни было хорошо, у вас, у ваших близких, у родных. И самое главное, конечно, творческих вам успехов. Спасибо.